Всем привет, с вами снова я, Блэкс, и сегодня мы будем играть, проходить Call of Duty Black Ops 2. Все, больше мне нечего сказать. И давайте изменим комплект сразу же. У нас поставили экотект, ну раз поставили, значит так надо. Глушитель, значит так надо. И рукоятку я поставлю тогда. Сюда поставим ножик, рефлекс. И тоже глушитель, наверное. Ну, придется. Так, это точность, ну, понизит, ну, урон. Ну, глушитель тоже на пистолет надо поставить, так что... обессудьте. И оставим все вот так вот. Это я не люблю менять. Карма, Каймоновые острова, 2025 год. Задание захватить карму. Имя Дэвид Мейсон. ID 86900711. Рост 185 сантиметров. Вес 91 килограмм. Давайте начнем. Китай готов выложить миллиарды за этого дрона. Буэн фортуна де Фалько. Хорошая карма? Кибероружие! Стоп, вот. Вот же, ты видишь? Сравнить с логотипами действующих организаций США. Совпадений нет. Сравнить по всему миру. Постой минутку. Это колосс. Это самая карма в плавучем городе. Вот как им удалось так близко подойти к материку. Салазар, готовь оперативную группу. Выдвигаемся через 60 минут. Сообщи адмиралу Бриксу. Мы подбираемся к Менендесу. Но чтобы... Ну почему графика в ролике лучше, чем в игре? Хотя нет, хуже. Нет, это был тролль. По-любому. Ну что, давайте начнем. Надеюсь, загрузка уже прошла. Так, кто-то мне... Так, ладно. Сейчас на всех насрать. Колосс Каймонова острова, Дэвид Мейсон, позывной сектор, 12 июня 2025 год, террористическая группа Оксо. Викар 9, садитесь на седьмую площадку. Держите курс, все хорошо. Это, кстати, в трейлере было. Это город Колосс. Или торговый центр, хер знает. Указано, что вы профсоюзные инспекторы. У вас будет доступ в большинство помещений, кроме самого нужного. Для компьютера архивного управления действуют повышенные меры безопасности. Доступ осуществляется через сканер сетчатки. И вот тут нам поможет Зиги. Архивный компьютер. Зиги кидать будем, да? Того, как это сделают люди дефолт. Фарид, удалось получить доступ к личным делам? Пока нет. Слишком сложный метод шифрования. Магомед? Магомед Домосед? Что за хрень? Самый 1%. Надо сказать, если бы не задание, снял бы я сейчас себе горячую тёлочку. Но сейчас задание, так что хер ты кого снимешь. Так, тут АСД. АСД. Думаешь, они ждут проблем? Это самый богатый город в мире. А значит, это... Да, все-таки это город. Спокойствие. Сканер обнаружил наличие опасных материалов. Это простое недоразумение, ладно? У нас внизу ремонт полным ходом, наверное, это оттуда. Сэр, пожалуйста, оставайтесь на месте. Питерс, не подойдешь сюда, надо разобраться. Питерс? Вот блин, ботаник, я уж думал, нам точно каюк. Расслабься, Харпер. Я же говорил, защита сработает. Эй, Магомед, заткнись. Теперь предъявите удостоверение и проходите. Ну нахрена ты сказал? У народа не так много дел. Это еще что? Это автоматическая система. Ее запускает удостоверение. Блин, мы все попадем в ад. Ни хера себе, это их показали, что ли? Охереть. Офигеть.
Пипец. Вот это круть. Мне бы такой город. О, при... Офигенно. Вот за что я люблю Black Ops 2. Вот за такую хрень. Кстати, тут потом битва будет внизу. Вон где-то, вон в том сек... Ну, вон там где-то. Тут мы будем ходить. Я помню вот этот фонтан. Уже ночь будет тогда. О, нифига себе. Невероятно просто, правда? Вообще пиздец. Понял? Неудивительно, что Менендес это поддерживает. Харпер, проверь этаж. Мы с Салазаром отправимся к точке проникновения. Понял. Как дела, красота? Офигел, козел. Послали Харпера. Вот этот знак, пока, собственно. Пока. Пока. Эй, тебе сюда нельзя. Мы из профсоюза. Так, сектор, получилось. Валяй. Не так давно Колосс нанял наемников, чтобы увеличить численность охраны всей территориальной милиции Кубы. Охренеть. Кое с кем уже познакомились. А, вот Зиги. Маленький паук, который будет кидать Зиги. Фашист хрянов. Пора за дело. Вот эта хрень меня вообще порадовала. Компьютер, который складывается. Мы подменили наемниками. Они агрессивны. Ищи любую информацию, надо выяснить их цели. Ясно. Я понял, что это паук. Ставят взрывчатку. А, все заминируют? Охренеть. Они хотят взорвать корабль? Ладно. Какой корабль? Вы сами сказали, это город. Вы сначала же определите, корабль это или город. Может быть. Что может быть? Три места я ненавижу просто. Тихо, блин, куда я иду? Тихо, блин. Тихо, я сказал, тихо. Опа, вот, я ненавижу это место. Вообще непонятно, куда идти, что делать. Чё творишь, чувак? Так, отлично. Опа. Так, готово. Это наш сигнал. Давай, прыгай. Давай, сетчатку. А, ну ему в очки установится, он скопирует. Опа-на. Кажется, у нас... Они уже в серверной. Идем. А, они с, а, они в очках уже? А, вот это прикольная вещь. Но такого не будет, к сожалению. Потому что я живу в России. Так, мочи их. Давай, 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 давай. Продолжаем. Так, нет, пора пользоваться. Окей. Как убили, так и похоронили. Это сказал Блэкс. Давай, давай. Готов? Enemigo atravesando la puerta. Гора! Пошли. Скорее! Там кто-то стреляет в меня, вон я вижу. Так, никого не вижу, вон там скрыть написано. Т-
Так, что здесь у нас? Говорит, мне нужна возможность опознавать врага. Соедини имена наемников с биометрическими данными. Загрузи мне данные. Будет сделано. Так, отлично, сейчас будем опознавать всех. Так, отлично. Уверен, что получится, Фарид. Я думал, ты в меня веришь. Ладно, мы вошли. Карму могли пронести на борт вместе с обычным грузом. Да. Проверь грузовой манифест. Ключевое слово карма. Ничего. Просмотри автоматические системы безопасности. Ключевое слово карма. Что-то упускаем. Так. Проверь базу данных с камер безопасности. Распознавание текста. Карма. Есть. Карма — это не оружие. Это женщина. Хлоя Линч, бывшая служащая Тацита, недавно уволилась. Теперь нам известно ее имя. Можно отследить ее на корабле. Наверху. Клуб Салар. Так, отлично, пойдемте. Сектор, ты слышал? Прямо за дверью наемники. Фарид, враг прямо снаружи. Обойти не получится. Ну? А. Открой дверь комнаты Кау. Вот он подсвечивается. Нам в очки хорошую хрень запилили. Солар, и тебе надо торопиться. Наемники направляются к ней. Вот кто еще тут, а? Кто такой пузатый? Тихо. Так, все готовы? Или еще кто-то там есть? А, там еще кто-то есть. Перезарядить, а то вдруг там на меня кто-то пойдет. Так, так, надо нос почесать. Чешется нос. Ты чё, охренел, что ли? Пузатый парень, а? А ты херли не умер. А тут гранату... А, она дальше прошла. А вы все равно у меня подсвечиваетесь. А чё вы не подсвечиваетесь, гады? Блин, ну, а... Подождите, а почему они не подсвечиваются? Фарид, ты... Ты там чё творишь, а? Фарид! Фарид, гомосед, блин. Гомосед. Чё, стреляешь куда, не знаю, да? Опять никого не убил. Хер ли гранаты так работают? Если честно, по мне, так компания в Black Ops очень крутая. А вот мультиплеер всегда лучше был в батле, так что хер вам. Ну и в Battlefront, конечно же, Star Wars. Даже Call of Duty сосет по сравнению со Star Wars. Эй, Магомед Домосед. Ну ты достал. Ну чё ты не убиваешься, а? Блять, я мазила. Бля, ни хера не вижу. Получи подарочек. Всех убил. Охренеть. Салазар, ищи другую дорогу к клубу. Найди позицию для наблюдения за толпой. Давай, Салазар. Хлоя! Хлоя, ты немедленно должна пойти со мной. Ты кто? Откуда ты знаешь, как меня зовут? Я Майк Харпер, ВМС США. Отвали от меня нафиг.
Эй, ты меня слушаешь? Твоя жизнь в опасности! Террористы уже ищут тебя! Террористы? Что ты такое несешь? Хлоя! Тебя Магомед ищет! Послал Рауль Менендес! Держи ее, Харпер, мы уже идем! Потому что я из делегации, поняла, тетка? Спасибо. Харпер, ты где? Пизде. Уже иду. Сектор, я на позиции на балконе. А сейчас звучит знаменитая песня Skrillex. I'ma try it out. Да-да-да, I'ma try it out. Да, это Skrillex, детка. Это I'ma try it out. Я ж сказал. Я знаю, у меня есть в аудиозаписи ВКонтакте эта песня. Да дай пройти, шлюха и гомосек. Опа, дефалка. Охренеть. Дефалка. Ну вот он. Лазар, снять сможешь? Не попаду. Слишком много заложников. 5 секунд, Хлоя! Охереть, он не попадет. Нет! Открыть огонь! И вот музон начинается, офигенный. А под него мы сейчас будем мочиться. Давай-давай-давай, у меня патронов уже нет почти. А нет, тут бесконечно. Погнали. Так, сейчас будет вторая часть миссии, ее мы тоже пройдем. Сейчас, кстати, возле того фонтана будем. Сейчас нам скажут, где они. Сейчас будет взрыв. Без опознавательных знаков. Наемники Менендеса. Их тут десятки. Стоп. Вот. Вот же. Ты видишь? Это он, это он. Нормально так. Зараза, сигнал пропал. Депалка включил помехи. Все, рванули город. Корабль это или город? Ты это, Мейсон, определись уже. Давай. Шанс-то твой. Ну? И где? Эл. Эл! Запускайся давай. Ну давай, запускайся. Молодец. Хорошо сделал. Что происходит? Мы из ВМС США. Так, надо открыть арсенал, вооружить ваших ребят и подготовиться к бою. Эй, посмотри на меня. Сосредоточься, слышишь? Это ладно. Надо сделать. Так, арсенал охраны. Что случилось? Дефалко взорвал сраную бомбу рядом с клубом. Девчонка у него. Подключи нас к камерам безопасности на этой палубе. О, отлично, вот эту вещь я люблю. Все, погнали, пацаны. Он в торговом центре. Так, вот, помните, вот там где-то лифт был. Ну, сейчас я его найду. Я люблю показывать места, где мы были, это моя любимая. Готов.
Не дам ему уйти. Так, пошел ты к херам. Пойдемте, пойдемте. Блять, придется так. Ух, ни хрена себе. Черт возьми. Так, отлично, бастард наш. Погнали, погнали. Можешь взломать АСД на дистанционной станции 55? Станция 55. 55. Готово. Открывай. Установить параметры. Отслеживать и защищать. Куда вы идете? Тут уже рвануло. Так, вот, сейчас будет этот фонтан, пипец. Система обороны Колосса готова к ответу на атаку террористов. Система безопасности считает вооруженных лиц врагами. Включай реального врага. Всех вооруженных лиц. Ну, могло быть их уже. Вот там где-то, ну ладно, вон тот лифт. А там хрень взорвали тоже, нормально. Я преследую. Бля, пипец меня тут мочит. Это мобильник. Блокируй сигнал. Ладно, уже действую. Так, тихо, АСД, не мочи меня, я добрый. Вот, блядь. А тут где-то снайперская винтовка должна быть. Сейчас надо поискать. Она где-то тут есть, да-да-да-да-да. Я просто с нее снял, а тут можно еще упустить ее. Подождите. А, нет, уходи. Вон он, я его вижу вроде, да? Пипец, надо бежать, давай. Валим. Блин, я не добегу до него. Эй, ну я же успел. Готов. Говно собачье. Вот так вот, детка. Помоги убрать мусор. Значит, без твоих знаний планы Менендеса на Целлерии зайдут в тупик. Это его замедлит, но не остановит. Он найдет способ получить желаемое. Уж поверь. Заебись. Ну, отлично, дорогие друзья. Мы прошли эту охренительную миссию. Я успел убить Дефалка. Фух, вот и все.